Всем привет, мои хорошие! Вот наступило утро воскресенья, наша годовщина. Мы в браке уже 2 года, аж не верится. Что хочу сказать? Первый год был сложный. Я приехала сюда на Тенерифе, и у меня через 3 дня случился тромб. Поэтому как бы вместо медового месяца я оказалась на больничной койке. Ничего приятного не было. Мало того, что это было, так сказать, становление нас как семьи. Плюс еще такая вот проблема. Где-то это нас сблизило, где-то нас это отдалило. Короче, первый год был такой, очень разношерстный, скажем так. Были хорошие моменты и плохие, ну, как, наверное, в любой семье. Как вы знаете, я уезжала в Беларусь, потом вернулась, прошла психологический курс, продолжаю работать над собой, отслеживать свое поведение. Теперь я не виню в своем плохом настроении или в своих обидах других людей. Это значит, что-то внутри меня, какие-то мои детские вот эти негативные установки, их надо прорабатывать, отслеживать и корректировать. И, естественно, радоваться жизни, чего я вам желаю. Радоваться жизни, любить себя, любить других, любить весь мир. Короче, любовь правит миром. Поэтому создавался мой канал «Радоваться жизни», радовать вас красотами Тенерифе. Но сегодня вот у нас праздник, годовщина нашей свадьбы. Поэтому этот день хочу разделить вместе с вами. Единственное, что я хочу сказать, конечно, я блогер, я показываю самые красочные моменты, самые яркие. Мне тоже бывает, что нет настроения, что я грущу и ничего не хочется, и где-то у меня с вами депрессия, казалось бы, на Тенериф, какая депрессия. Но все же вот этот вот переход осень-зима, он как-то что, наверное, в атмосфере есть, и все равно ощущается, где-то хочется больше спать, ничего не делать. Конечно же, пейзаж за окном больше радует, чем у вас. Я уверена, у кого там сейчас уже, наверное, у некоторых даже выпал снег. Осень, падают листья, зима. Ну, то есть, да. Но, в принципе, если ты, так сказать, в гармонии с самим собой, то неважно, где ты живешь. Там, не знаю, где серая осень, или где вот на острове Тенерифе, где все зелено, тоже бывают моменты, что ничего не радует и ничего не хочется. Поэтому, конечно же, надо работать над собой, над своими внутренними установками. И, несмотря на все, продолжать радоваться жизни. Вот у нас, например, сегодня с утра пошел дождь, и я такая думаю, посплю-ка я еще лишний часок. Проснулась в 9, в итоге до 10, поспала еще, выспалась очень хорошо, поэтому во всем надо искать плюсы, а не минусы. Дождь — это хорошо, будет все зелено, красиво, можно поваляться дома с пледом, с книжкой, с кофе, под сериальчик. Единственное, что по-прежнему нет интернета, и я не могу смотреть какие-то свои любимые сериалы, только есть испанское телевидение. Иногда, конечно же, я смотрю с мужем вместе с ним фильмы на испанском языке. Я выспалась, привела себя в порядок, сделала небольшой макияж. И все, сейчас пойдем завтракать. Сейчас буду снимать вам мой прекрасный торт Наполеон. Он пропитался за ночь, я уже на него смотрела в холодильнике, как он выглядит, очень все красивенько. Так что пойдем сейчас вместе завтракать и все вам покажу. Будем завтракать хамончиком, такие вот бутербродики с хамончиком. И будем пробовать мой торт Наполеон. Посмотрите, как красивый получился. А какой вкусный. Обалдеть. Так что такой у меня вкусный завтрак на нашу годовщину. Все, всем приятного аппетита. Ну все, мы уже вкусненько позавтракали. Торт Наполеон получился очень вкусный. Единственное, что, как и в прошлый раз, нижние слои не пропитались. То есть я много ложила крема, но почему-то все равно эти нижние коржи суховатые. А сверху я уже вот вылила весь крем. Тогда да, он такой сочный с этим кремом. То есть, я не знаю, или ложить очень много-много крема. Ну, в принципе, было вкусно. Но, конечно же, внизу все же как-то суховато получается, чем сверху. Но муж оценил, сказал, что очень вкусно. И мне тоже понравилось. Так что, хозяйки, берите этот торт на заметку очень быстро. На сковородке жарить эти коржи. Не надо возиться с духовкой, разогревать ее там. Потом этот корж выкладывать на противень. Противень горячий, туда сюда. Все же проще на сковородку кинуть и пожарить эти коржи. Все, ну мы сейчас отправляемся на рынок. Немножко прогуляемся по городу Лагуне и купим мне шикарный букет в честь годовщины нашей свадьбы. Все, уже Ла Лагуна готовится к Рождеству. Навидад Ла Лагуна. Рождество в Ла Лагуне. Приехали на рынок,
выглянуло солнце, не брала с собой очки, слепят мне глаза. И как видите, за моей спиной уже стоит новогодняя елка. Здесь в Испании рано украшают к Рождеству. Где-то вот уже получается сейчас у нас 6 ноября. Видите, уже стоит новогодняя елка и вся иллюминация. Не знаю, горит ли, но по крайней мере уже стоит. Все, мы пойдем выбирать мне букет. Поснимаю вам сейчас, какие цветы продаются здесь на рынке. Что даже очень много людей. Какой-то, может, праздник цветы покупают. Обычно здесь никого нету. Вот такие букетики по 5 евро. Сейчас я буду что-нибудь себе выбирать. Такие красивые цветы. Сейчас посмотрю и буду выбирать себе. Так, вот здесь еще букетики интересные. Может, здесь что-нибудь... Может, здесь что-нибудь себе еще прикуплю. Сейчас повыбираю. Так, и здесь, смотрите, гвоздики. 4,5 и 3 евро. Огромный букет хризантем. Так что у меня глаза разбегаются. Я не знаю, что хочу. Все, выбрала наконец-то себе такой шикарный букетик. Ой, мне лучше, конечно, чтобы дарили, потому что с выбором у меня проблема. И то хочется, и это хочется. Так что вот такой шикарный у меня букетик на годовщину нашей свадьбы. Все, поставила свой красивый букетик в вазу. Такая у меня квадратная ваза. Обрезала кончики. Шикарный мой букет на годовщину свадьбы. Сейчас быстренько покажу наш обед. Так, здесь наш обед. Пожарила лосось. Сделала салатик. Просто айсберг, помидорка. Здесь у нас еще кусочек сыра овечьего и еще спаржа консервированная. И будем пить вот такое вкусное шампанское. Полусухое. По-испански эль кава. Они здесь не говорят шампанское, а говорят кава. Эль кава. Все. Будем пировать. Всем приятного аппетита. И на десерт, конечно же, будем кушать мой торт Наполеон. Мы уже занесли кусочек нашей соседки гостили. Сделала себе кофе без кофеина со сливками. Все, будем продолжать наслаждаться нашим праздником. Все. Всем приятного аппетита. Ну что, день продолжается. Лежали, спали, отдыхали. Я уже заплела другую косу, так сказать. Поменяла свой домашний образ. Вот, и сейчас будем ужинать. Уже 9 вечера. Не скажу, что сильно хочется есть, но что-то перекусить надо. Вот, так что сейчас покажу, чем будем ужинать. Помните, показывала вам меркадоновскую пиццу? Вот я ее разогрела на сковородке. Смотрите, какая красота получилась. То есть она уже готовая к употреблению, только чтобы вот сыр расплавился. Все, и буду пить свой безалкогольный пивасик с лимончиком и кушать помидорки черри. Все, всем приятного аппетита. Все, мои хорошие, уже поздно. Посмотрели еще фильм с мужем на наш дядя. Так прилетел наш праздничный день, дома на диване. Всем большое спасибо, что были этот день вместе с нами, что досмотрели этот влог до конца. Я сейчас в конце этого видео оставлю ссылку на другое видео, которое я делала в том году. И оно было тоже посвящено годовщине нашей свадьбы. Я там вставляла фото, видео, съемку нашей свадьбы. Кому интересно, заходите, смотрите, кто еще до сих пор не посмотрел. Всем большое спасибо, что подписаны на мой канал. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, оставляйте комментарии. Это все способствует продвижению канала. И как всегда по традиции, всех обнимаю и целую. Всем всего хорошего. До скорых встреч. Пока-пока.